Зараз до нашої розмови приєднується Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, вітаю. Бажаю здоров'я. І вам. Контрнаступ триває. Під окупацією залишається близько 6% території Харківської області. Про це заявив Олег Сінігубов. До останнього контрнаступу захоплені були 32% території. Як можна оцінити ситуацію на фронті зараз? Чи тримають Збройні сили України позиції і чи достатньо сил? После того, как українські вооруженные сили освободили большую часть оккупированной территории Харьковщины, там проводятся определенные мероприятия после освобождения, нарабатывается определенный алгоритм действий служб на освобожденных территориях, так как они находились до полугода в оккупации, потому все наши службы, которые сейчас заходят на Харьковскую область, на освобожденные территории, в какой-то степени, может сказать, и тренируются. Заходят службы МЧС, службы СБУ, контрразведки, МВД, выполняют свои задачи по зачистке территорий и по возвращению этих территорий под юрисдикцию украинского правительства. Те вопросы, которые решают вооруженные силы Украины, это укрепление границы между Украиной и Россией, в районе Харьковской области. И дальше решается вопрос по дальнейшим действиям по деоккупации оставшихся территорий Харьковской области, которая расположена на левом берегу речки Оскол, и по началу и продолжению деоккупации Луганской области, если говорить о Восточном фронте. Также на Восточном фронте в районе Северск-Бахмут проводятся контрнаступательные действия украинских войск по нивелированию тех разведбросков, действий, которые российские войска еще до сих пор проводят в районе Бахмута, наступая на, пробуя наступать на Славянск и Краматорск. Южный фронт усиливается украинскими войсками, также и российскими. Российские войска перебрасывают на Южный фронт определенные части, те, которые освободились из Изюмского котла, успели, по крайней мере, выскочить оттуда. И также происходят наступательные действия украинских войск на правобережной Украине в районе Херсонщины по уничтожению российских войск. Олексій Данілов заявив, що під час контрнаступу у Харківській області російські окупанти зазнали величезних втрат, десь у 9-10 разів більших, ніж в українського війська. На що є запорукою такого балансу? І що ж в першу чергу заважає окупантам триматися? І відомо, що рашисти намагаються просунутися вглиб Донеччини, але Збройні сили України не пропускають. Навіщо ці нікчемні спроби наступу від ворога? Стоит задача в Донецкой области у российских войск. Две задачи. Первая – это взять водовод, который идет из Райгородка, это восточнее Славянска, мимо Бахмута, западнее Бахмута, и входит в Горловку и уходит на оккупированный Донецк. Так как без этого водовода, без воды Донбасс уже полгода как минимум, там дают воду раз в неделю на 3 часа, и можно сказать, что весь оккупированный Донбасс, и включая и до Мариуполя, остался без воды, потому россиянам нужно выйти на этот водовод, а Бахмут является таким краеугольным камнем на этой линии фронта, потому все силы россиян сейчас брошены на взятие Бахмута. И вторую задачу, которую в районе Донбасса они выполняют, это отодвигание линии фронта от Донецка. Хотя бы километров на 30 им нужно отодвинуть линию фронта. Это уровень водохранилища, где-то километров 30 на запад от Донецка. Это потому и проводятся наступательные действия на Авдеевку, которая очень рядом с Донецком находится, и от Песок и Маринки на запад. Но украинские войска, понимая эти движения, понимая эти задачи российских войск, оккупируют, проводят контрнаступательные действия довольно-таки успешно. И на этих участках в районе Бахмута
Маринки и Песок успешно выжигают российские войска, уменьшая плотность войск на этом театре военных действий. Попри те, що території повертаються, це, звісно, ще не фінал. Так, жителів деокупованої Херсонщини Харківщини закликали евакуюватися, відступивши, а рашисти почали обстріли. У який момент можна говорити чітко, що території знову наші? Скільки часу необхідно для того, аби дозволити людям повертатися на деокуповані території? Ну і в якому стані міста та села на сьогодні? Военно-политическое руководство приняло решение ввести во всех громадах Харьковской области на деоккупированной территории военно-гражданские администрации. По решению военно-гражданских администраций будет выполняться определенные действия по зачистке и запуску этих громад в нормальное русло и полный переход под юрисдикцию нашего правительства, и только после того, как военно-гражданская администрация каждой громады разрешит возврат на свою территорию, только после этого возможен возврат, так как очень много еще осталось растяжек, заминированных территорий, есть еще и очаги сопротивления российских войск, двигаются еще некоторые части российских войск, подразделения, которые не успели выйти, потому только после полной зачистки, которая произойдет, я думаю, в течение недели-двух, можно будет говорить о том, чтобы туда возвращаться. Но это вопрос решает каждая военно-гражданская администрация, каждый из громад. Ну, а чи існує вірогідність, і яка вірогідність, що РФ знову може піти в наступ? На этом театре военных действий такой возможности практически нет, так как освобожденная территория Харьковской области с юго-востока прикрыта Оскольским водохранилищем. Это очень хорошая водная преграда, широкая, от полутора до 4 километров. Она прикрывает эту часть Харьковской области от российских войск. И те мероприятия, которые проводятся вооруженным силам Украины вдоль этой преграды, они не допустят никаких возвратов обратно на эту территорию. А те мероприятия, которые проводят вооруженные силы Украины вдоль границы, российско-украинской границы, по минированию, по возведению определенных инженерных сооружений на танкоопасных направлениях, будет начат разбор железнодорожных путей от Валуек в сторону Купянска, а также от Белгорода в сторону Волчанска. Потому весь спектр выполняемых работ и задач он не даст россиянам еще раз вернуться на Харьковскую землю. Росіяни були обурені приїздом Володимира Зеленського до українського Ізюма. Чекали на провокації або навіть напад на українського лідера. Ну, чи вигідні зараз РФ напади на українську владу? І яка зараз мета стоїть перед окупантом на цей момент? Які йому потрібні перемоги? Я вас попрошу коротше відповісти, тому що буквально менше хвилини залишилось. У них действительно задача стоит единственная – удержать ту лінію фронту, яку сейчас не мають. Так как, как минимум, тех войск, которые у них есть, не хватает даже на удержание половины линии фронта. Потому, я думаю, в ближайшее время, кроме как наступательные действия украинских войск, больше нас ничего не будет радовать, и вряд ли российские войска на каком-то этапе еще принесут какие-то негативные моменты вдоль всей линии фронта. Пане Романе, я дякую вам за розмову. Бажаю гарного дня. Це був Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України у нас на зв'язку. Дякую вам.